Не может быть! Взять их! Давным-давно предсказано, что два сына Адама и две дочери Евы победят колдунью и вернут мир в Нарнию. Горе уйдет и наступит веселье. Думаю, вы ошибаетесь. Мы ведь совсем не герои. Вы не можете уйти так просто. Аслан уже в пути. Аслан, нам нужна помощь. Я это знаю. Если Аслан желает войны, значит, будем воевать. Их больше, и они лучше нас вооружены. Не число приносит победу. Да, но оно тоже важно. История стала легендой. Легенда превратилась в миф. Темный властелин Саурон тайно создал единое кольцо, способное править всеми. Кольцо кануло в безвестность. Снова сгустился мрак над лесами Земли. Его подобрало самое неожиданное создание, которое только можно представить. Саурону нужно это кольцо, чтобы снова заполонить все земли тьмой. Что мне делать? Кольцо надо уничтожить. Кольцо было отлито в огне Роковой горы. Там всегда начеку не спящее зло. Саурон собирает у себя все зло. Они ищут кольцо и убьют того, кто несет его. Нет! Поторопись! Рода! Другие найдут менее опасный путь. Мой меч с тобой. И мой лук тоже. И моя секира. Это бремя выпало тебе. И если с ним не справишься ты, не справится никто. На службе нашего врага много шпионов. Птицы, звери. Что-то назревает. Я чувствую. Быстро с дороги! Укрытие! И запомни, Фродо, кольцо стремится вернуться к своему хозяину. Оно хочет, чтобы его нашли. Будем надеяться, что наше присутствие останется незамеченным. Они близко. Я хотел бы, чтобы не было кольца. Прочь, демоны! Чтобы ничего этого не было. Ты хранитель кольца, Фродо. Хотите хоббита? Идите, возьмите. Сразился со мной лицом к лицу. Этой ночью присоединяйся.
присоединяйся ко мне, чтобы противостоять судьбе. Прекратимся. Я никогда не хотел, чтобы кто-то умер из-за меня. Давай, Том, покончим с этим так же, как начали. Вместе! Бежим! Только я могу жить вечно.